Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. Так, почему у меня все время с хилки это слеп... А, понятно, у меня хилок нету. И что я собирался делать? Так, давай. Че мы тут? Куды? Лагеря все зачищены пока, да? А, так, это... Для проблеска добраться. Охота мне не охота, побочка. И так, стоп, по-моему, до проблеска это вот сюда, да? Через, значит, мы тебя зачистили, получается. Через как? Ну, давай доберемся. Давай. Доберемся. Блин, у меня хилок нету, да? Хилок нету, этого мало. Надо закупиться. Где у нас тут барыга ближайший? Не, ну он, в принципе, по дороге показывает, что если бежать по дороге с облаками, будет ближайший барыга. В общем, по дороге. По дороге мы и побежим. К первому барыге. Подойдем. Ну ладно. О чем поговорим? Ты странница, что хорошо, но ты Нора, что, конечно, плоховато. Ты тоже боишься руин предтеч, как твои соплеменники? Нет, хотя руины опасны. Тогда ты могла видеть то, что я ищу. Не встречала ты необыкновенные сосуды, щедро украшенные символами предтеч. Они выглядят как полый цилиндр с ручкой в виде полумесяца на боку. Я с удовольствием отдам тебе любой товар за набор из 4 таких сосудов. А в каких обрядах их использовали? Я убежден, что эти сосуды применялись все вместе, в наборе. Есть версия, что они были нужны для чайных церемоний. Или что их наполняли благовониями и священными маслами. Но я считаю, что эти сосуды использовались в ритуале бритья бороды. Один для воды, а другие для притираний всяких. Каждое снадобье в своем сосуде. И каждое наносится на лицо в церемонном порядке. Как это было величественно! Но в каком сосуде что? Я должен знать, нужно продолжать изыскание. А может, люди из них просто пили? Пили? Из такой утонченной посуды? Что за чепуха? Ты что, дурак, блядь? Бородатый. Да-да, скорее, ебабо. Меня ждет работа. Ебабо бородатый, да? Коробка с наградой от... А я же их все собрал, эти говнища, да? Все. Я это все собрал. Ну как говнище, то есть это так-то... Нихера не говнище. Он какие-то коробки с наградами получил. Сейчас посмотрим. Отправляйся на охоту. И непременно пошарь в руинах. Я уже тебе все принес, что можно было. Поэтому отвали. Не, так-то я нормально к нему подошел. Сундуки, да? Че здесь? Так, подожди, вот это мне надо выкинуть. Тебя. Тебя тоже надо выкинуть. Так, значит, мы тебя выбрасываем. Отлично. В коробке с модификациями лежат, короче, еще коробки с модификациями. Которые мне нахрен не нужны.
который у меня просто по фулу. Почему ты мне пишешь 30 из 30? А, у меня модификации по фулу, да? То есть у меня модификации по фулу, я их не могу просто вытащить. Так, это ты, бородатый дурачок. Чок-чок, дурачок. Так, давай мы продадим модификации. Сейчас мы снова, подожди. Сейчас мы снова все, что можно. Так, теперь мы снова продаем. Дрочево сейчас это. Так, а что мне сейчас? Блин, зря я этот фиолетовый взял. Ну ладно, наш. Продать так продать. Все продать. Так, а я что, ничего не могу? Изготовление, да? Стой, подожди, у меня вот тут... Вот тут, что у меня тут стоит? Нет, вот здесь. Огонь и огонь, да? И тут повреждение брони, огонь и огонь. Так, а у меня здесь есть огонь на 42 и на 38, да? А, подожди, так, огонь, да? Вот, я, может, тогда ставлю тебя на 42. А вот этот вот я ставлю на 38. Все, хоккей, хоккей. Так, что у нас есть здесь? Электричество. 50. Вот она, топовая такая, да, прям штука. Пусть, давай, ну, то я что-то бегаю, я их что-то не использую почему-то. Повреждение брони 44. 42. Вот, а, это удобство, да? А хотя зачем, блин, зачем я повреждение брони-то сюда взял? Так, а здесь что у нас стоит? А, урон, повреждение брони. Может, что помощнее тут есть? Урон, посмотрим, что есть. 43, да? 43, 37. Так, а тут 40 и повреждение брони. Повреждение брони сейчас меня интересует. Здесь. А тут 43, да? Хер узнает, что я тут наделал. Так, урон, урон и урон. Это удобство. Ладно. Маленечко, маленечко под... Подшаманили. Так, а у меня же для одежды еще получается, там модификации какие-то есть. Модификации одежды, да? А что, почему я... Вот эти красные. Почему я красные эти? Так, это защищает от дальнобойного оружия, от электричества, защищает от рукопашных атак. От дальнобойного оружия и от огня.
от рукопашных атак, электричество и дальнобольного оружия. От огонь. Так, скрытность защиты плюс 12 и защита огня. Так вот. Скрытность меня не особо интересует. Потому что... потому что скрытность это не... А, блин. То, зачем пришел-то, я не купил. Так, металлический сосуд теперь. Ресурсы. Сколько у меня? Давай подкупим до полтинничка. Так, потом металлические сосуды. И огнежар. Огнежара тоже подкупим. До сотенки. Окей, все, окей. Теперь пойдем. Теперь пойдем вот сюда, да? Вот сюда пойдем. Мы маленечко усилились. Уже давно надо было усилиться. Глядишь бы, и бои как-то попроще проходили. А я не помню, тут какая сложность максимальная. Нет, что-то я и забыл. Я уже и забыл, какая тут сложность стоит. Ну. Вроде не должна быть максимальная. Хотя кто его знает? Я уже не помню. Уже не помню. Ну что ж ты так долго-то грузишься, игрушечка? Игрушечка, что ж ты так долго грузишься? Что там меня? Какая-то угроза, опасность поджидает. Что? Ух ты ж, ёптать. Ты случайно не зависла у меня? Я бы, наверное, пока ты грузишься, уже бегом бы добежал. Или ты не догрузилась, а там я вон вижу какой-то один там процент или что там осталось. Ну. Слушай, что за херня-то? Не, я бы понял, если бы я на старом компе с тобой играл, что ты так долго грузишься. Но на старом компе у меня даже не запускалось. А тут-то что за херня там? Эй. Ну-ка. И что? Так, короче, ты похоже, блин, херово, что ты у меня зависла. Я там столько всего понаделал, а ты же сейчас не сохранишься, да? Так, ладно. Ладно, короче, я чувствую, надо будет перезагружать игру.